Радио Минск. С целью предупреждения пожаров, гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, с 12 ноября и по 30 ноября в нашей республике проходит акция и радиоакция, в том числе «Не прожигай свою жизнь», которую представляет МЧС. В рамках акции, которая уже прошла в общественном транспорте нашего города, на разных предприятиях, в организациях и так далее и тому подобное, сейчас проходит в вузах и СУЗах столицы. Спасатели еще раз обращают внимание граждан, то есть нас с вами, на необходимость соблюдения правил безопасности в своем жилье. А так вот, есть у вас, если в наличии свободная минута, соответственно, возможность получить подарок. Или даже подарки за первый правильный ответ на вопрос от Минского городского управления МЧС и от нашей волны. Какая схема, объясню. Озвучу вопрос. Ответить на вопрос, прислать одно только слово с вариантом на короткий номер 9240, как только догадались. И с первым, кто ответит верно, свяжусь, предложу еще одно задание с тремя вариантами ответа. Ну а пока внимание. Внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, как называется наблюдательная башня при пожарной или полицейской части? Это устаревшее значение, дозорное, оборонительное слово, заимствовано из тюркских языков. И оно же, существенная подсказка, оно же является кличкой дяди Степы. Как вы думаете, о чем идет речь? Но если вспомним стихотворение, оно звучит так. «В доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию 9240». Жду ваши догадки, ваши версии. С приславшим первый правильный ответ очень скоро свяжусь и будем играть дальше. Александр, добрый день вам. Добрый день. По прозванию? По прозванию Каланча. Каланча. Все, скажем так, многие справились с заданием, правда. Версии, видимо, были с Поволжья, Колунча, но это несущественно в нашем случае. Каланча, да, по фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов, самый главный великан. Александр, вы всех опередили, так что поздравляем уже на полпути к подаркам, скажем так. А знаете ли вы, где находится депо Октябрьского района столицы? К сожалению, сам я не из Минска. Если вдруг будете в Минске, знаете, есть у нас такая интересная достопримечательность Минска. Это пожарная Каланча, которая венчает пожарное депо Октябрьского района столицы. И говорят, это Каланча – высокая наблюдательная башня над депо, построенного в 1956 году. Образец классического градостроительного искусства. То есть, можно посмотреть, как эта Каланча выглядит сейчас. И, в принципе, много лет назад она выглядела практически так же. Есть еще одно задание. Тут вам необходимо выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных. Готовы ли вы, Александр? Да, готов. Бороться дальше. Так вот, вопрос звучит так. Кому принадлежит фраза, а кому принадлежат слова? Ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье. Если вы можете ответить сразу без версии, то это будет вообще блестяще. Без версии не готов. «Ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье», так говорила Фаина Раневская, так говорил Карлсон, известный персонаж, или Волк из мультфильма «Ну, погоди». Александр, просьба, вы только не молчите, давайте рассуждать. Давайте рассматривать все варианты. Так как Волк курил, вряд ли он мог такое сказать. Да и Волк вроде как никому не выкал. Ну да. То есть вариант Волка из «Ну, погоди» отметаем. Отметаем. А Фаина Раневская? Фаина Раневская тоже вроде как курила. Вроде как, то есть помним с папироской, да, в руке. Ну да, была такая вредная папироска в руке. Ну, Карлсон тут, конечно, как-то тоже не пишется. То есть нет правильной версии вообще, если я предложу. Какая-то версия есть правильная, вот нужно выбрать правильную. Наверное, я остановлюсь на... Да, наверное, это будет... Пусть Фаина Раневская. Да вы уже все расставили на свои места, Александр, и выбираете Фаину Раневскую. К чему такое совсем нелогическое умозаключение? Итак, Волк, Фаина Раневская или все-таки Карлсон? Я понял ход ваших мыслей.
Спасибо, пусть да. Пусть будет Карлсон. Да, пусть будет Карлсон. Вот, может быть, все сразу вспомнили мультипликационный фильм замечательно про малыша и Карлсона. Однако в книжке, насколько помню, Карлсон все-таки, если не курил, злоупотреблял, то покуривал. То есть там был момент, когда он расплачивался за некоторые вещи пятачками. Вот и дядька Юлиусу сказал, эх, дядька Юлиуса так славно ладили в отношении сигары. Ну, добрый Карлсон, да, это победа, Александр. Вам спасибо за участие, справились с заданием. Спасибо. Правда, не знаю, что вас сбило с толку в рассуждениях, однако вы услышали подсказку. Мультик я смотрел, но там такого не было, поэтому это и сбило. Книжка, это же тоже классика, можно перечитывать. Да, книгу читал очень давно, поэтому не помню. Пусть небольшая, но победа. Вы, пожалуйста, оставайтесь на связи. Расскажу, каким образом сможете забрать свои подарки. Ну и можно кому-то чего-то пожелать. За здоровый образ жизни. Да, желаю всем белорусам поддерживать здоровый образ жизни. Вот. А мы целиком и полностью вас поддерживаем. Йен Гиллан, далее на волне.